Выпил с друзьями и позвонил. Мужчина, который сообщил о ненастоящей бомбе в день выборов, рассказал о причинах поступка. Напомню, в воскресенье милиция проверяла сообщение о взрывном устройстве на избирательном участке номер 511-302 в Одесском политехе. Как пояснил задержанный, там членом избирательной комиссии была его жена. По пути домой я позвонил в милицию, сделал ложный вызов, что заминирован избирательный участок, для того, чтобы жена побыстрее домой пришла с выборов. В действие был введен оперативный план «Взрывчатка». На место выехала следственная оперативная группа и взрывотехническая служба. Бомбу они искали в бассейне. Помещение и прилегающую территорию университета обследовали специалисты взрывотехнической службы. В результате взрывных устройств и взрывоопасных веществ обнаружено не было. По данному факту начато уголовное производство. Теперь мужчине грозит лишение свободы от 2 до 5 лет.